И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Это все также локальный сервер, ну как локалочка, короче, и все также мод Arkham Life. В общем, за последнее время мало чего изменилось. Я единственное понял, что мир прогружается, я не только что решил перезапустить, а потом уже, ну, сначала перезапущу, а потом уже буду снимать. Вот, в общем, понял, что протухшее мясо не портится, и как бы смысл хранить тонны мяса нету, поэтому создаю. Также я, как вы заметили или не заметили, но уже увидели, понял, как создавать, как делать, прописывать, чтобы до 300-го левела прокачивался, и чтобы динозавры прокачивались также огромное количество левелов. Ну, тоже 300 получается. Я не знаю, почему 302 получилось. Может, я богоюзер, как бы, и нашлепал лишнего. Но ладно. Ресетнусь, там будет видно, будет 300 или 302 все-таки. По ресурсам сильно ничего, не заморочено. Вот только ДНК-птеров сраного туча. И почему столько сраного туча ДНК-птеров? Альфа вообще ничего не выпадает, кроме ДНК. Раньше было как? Убил Альфа, выпало там Toxic Blood, да, всякие шмоточки и так далее, и хорошо. Сейчас ни с кого, ни с цветных, ни с альфачей не выпадает токсичная кровь. А именно она мне и нужна для создания ДНК 2000, ну, этот аппарат. Так и называется, ДНК-2000. Где он там? Собственно, он для этого нужен. А, ну чё, блин, я здесь-то показываю. Вот они, построечки. На ДНК-2000 нужно 300 Toxic Blood. Так, ну хранение, это все фигня. Так, оружие тоже фигня. Сетла — это тоже фигня. Но в основном именно для этого и нужно. Так, а где это создается платформа-то? А черт ее знает. Ладно, потом разберемся. Вот, в общем, такая проблема у меня именно с этой всей фигней, и я не знаю, что с ней делать. Поэтому сегодня побегаем, поищем. Но для начала... вкачал, называется Птера себе. Кстати, Птера 600-го я словил. Икарный Птера... Вкачал, нормально вкачал, как видите, здоровье, выносливость, все хорошо, но почему-то урон у него просто тупо сбросился. Ну, скажем так, здесь был нолик, грубо говоря, дополнительный. Также и у Карна почему-то дамаг сбросился. Я не знаю, в чем прикол, что за фигня, я, знаете, подумал, блин, взять, удалить всех динозавров и призвать себе... 500-го Карна, 600-го Птера и затомить их. Потом думаю, да нафига, если есть моды. Я скачал мод себе, да, это как бы ресурсозатрата, но все же. Я скачал себе мод на тоник для динозавров. Это требуется, как видите, ресурсов немало. В основном заморочка именно с цветами. Потому что бобры не сильно охотно хотят, и сами не сильно охотно хотят делать, да и еще и динозавры им не дают, так сказать, этим всем заниматься. Вот, ну как бы это не проблема, я специально перед серией сгонял, залутал, и все хорошо. Так, полимерчик мне нужен полимерчик, как мы все прекрасно знаем, подходит любой. Так, полимерчика достаточно. Так, мажабырки, цветочки, лепесточки. Такс. Цветочки, лепесточки. Так, вот это вот мне надо. Мне вот это вот мне надо. Отлично. Дальше мажабырки. Сраного сколько? А именно 400. И электроника. Да, нужна электроника, прикиньте. Электроника, я сам удивился. Полимер, ладно, еще допустим. Допустим, полимер, ладно, фиг с тобой. Электроника, ну ладно. Задаем два... этих препаратов, потому что на данный момент я сброшу именно вот этих вот. Была у меня такая задумка, что я типа потом сброшу вот этих. Фиг-то с два у них что сбросилось. Фиг-то с два.
Да. У обычных динозавров ничего не сбросился. Понимаете? Не просто сбросился дамаг. То есть произошел тупо баг, из-за которого у меня у ядовитых динозавров сбросился дамаг. Я не знаю, из-за чего это просто при перезагрузке появилось, но да, фиксер. Это... Да ладно, вы что, прикалываетесь? Твою мать! Вот это сброс! Ай, fucking shit! Это реально fucking shit! Оу, твою же шметь! Ну чё, придется использовать команды, чтобы они выросли. Я не знал, что они настолько сбрасываются до состояния детеныша. Не, ну а вы бы знали, что он сбрасывается до состояния детеныша? Не, ну я понимаю, там, почитать все дела. А, чё за фигня, сбросился создание предмета. Давайте почитаем. Да, там так и написано, типа до детеныша. Ёб твою ж налево. Вот это подстава сраная. Это, конечно, да. Ну чё, Карнач, иди сюда. Взять все. Будешь ты у меня... Кем? Господи ты, божечки ты мой. Была грозная армия, стала просто... Стал детсад. Ну ладно, чё, пауза. Что-нибудь придумаем. Ну, короче, ничего умного я не придумал. О, легче. Что такое было? И, собственно, решил просто подождать. Закинул им мяса, покормил их, сам покормил. Так, короче, кормятся. И, в общем, вот процесс взросления практически закончен. Прям чутка осталось. Ну, давай. Вот, как видите, время прошло 20 минут. Чуть больше 20 минут реального времени. Оп, отличненько. Все. Притомился ядрить, смотреть в натуре. Так, отключить неплуждание и... Так. Стоять и отключить блуждание. Ху, успел. На то они бегают здесь туда-сюда. И вот он, собственно, сам Карна. Уже практически в ворота не влазит. Очень огромный. Так, надо седло сделать. Да, я седло забыл снять. Чё за звук такой в натуре? А, это ты хаваешь-то, господи. Вот тебе и звук. Так, нужно сделать седло. И давайте немного пролетимся, посмотрим, что, да как, да где. Это у меня здесь рюкзак они переломали, гады. Не люди. Пока я там это добывал чутка лишнего. Ну ладно. Так, с... что на него надо? Кожа, солома, шкура, полимер, солом... Ну ёб твою ж налево. Что такое? А, вот она. Я уж думал, я все перекинул. Солома, шкура, полимер. Тьфу, какая солома? Волокно. Вот я идиот. Волокно. Тороплюсь, потороплюсь, что-то. Так, все. Так, кожа, волокно. Хитинчик нужен. Вот он, хитинчик. Я не знаю, в чем прикол. Я не знаю, что да как, да где. Но вот эта вот проблема именно вот с тем, что у меня ничего не дропается. У меня реально дропается только кристаллы. И сердца. Видите, да, сколько у меня уже кристаллов? На стриме я помню, у меня поначалу дропалось что-то. Поэтому я зеленые бутыльки-то и создал себе. И все. После этого они перестали дропаться вообще. Я не знаю, в чем прикол. Не знаю, что сделать, чтобы все нормально было. Но вот такая вот проблема имеется.
Так, что у нас здесь? Сразу же вкачиваем дамаг. Да, тебе еще и по новому качать теперь надо. Отлично. Ну, уж лучше по новому вкачать, чем нового ловить. Я, знаете, как задолбался его ловить. Это кошмар просто был какой-то. В итоге я его поймал, Карна его случайно ударил. Мне пришлось вокруг него базу построить. Так, вылечу, не вылечу. Вокруг него пришлось базу построить. Потом накормить его бутылем. Его? Его. Накормить его бутылем. Чтобы он проснулся. Ой, дальше что? Дальше что? Дальше, дальше, дальше. Господи, что там дальше? О, господи. В общем, накормил его бутылем, проснулся. Я потом взял снайперскую винтовку и уже снайперской винтовкой стал шлепать его. Чтобы он сильно много дамага не получил. Потому что он был сильно продамаженный. В общем, замута была ядреная. Так, ну давайте сейчас посмотрим. Да, конечно, еще карта прогрузочка идет, это странно. Я не знаю, в чем прикол. Ну да ладно, фиг да с ней. Так, ну ты-то вообще заваншотнешься. Это я знаю. Так, я хочу посмотреть тарту, сколько он сейчас накидывает. Потому что до этого у меня в полной прокачке он 110 тысяч торпор накидывал за один удар. Вот там был конкретно дамаг. Вот, ну и как видите, я тут тестил, и в итоге всех потестил, короче, всех я. Нет никого, одни бронта остались. И то под конец я уже и на бронта тестил, потому что 110 тысяч торпор, это попробуй-ка выяви у кого что-то как. Так, ладненько. Снова тогда на паузу, поищу кого-нибудь, уже все затестить. Все тесты пройду и уже пойдем мальфачей долбить. Ну все, в общем, пока тестил, я еще и в итоге прокачал. 14 тысяч процентов дамага, это, конечно, хорошо. Ну, чутка перестарался, но все же. О, смотрите, 97 торпора. Как проверить, сколько торпор накидывает? И, кстати, эти прологи мне нифига не нравятся. Так. Опаньки. 71 тысяча. Торпора с одного удара. Вот. Ну, это, конечно, еще не максимальный левел. Но все же. Еще не какого-то фига на сраную какую высоту. Меня это раздражает. Так. Ну вот, допустим, спид скоростной, да? Убиваем скоростного. Получаем ничего. Я сейчас подумал, а что если погнали, убьем обычным. Кстати, Карна уже тоже вырос, все нормально. Я ему седло уже создал тоже. Я тут подумал, блин, реально, а что если такая фигня нехорошая? Так, стойте нафиг здесь. Ой, ой-ой-ой, застрял, бедолага. Такс, а вот и альфа. Такс, и... Твою мать! Мне сейчас просто гениально мысль в голову пришла. А что если... Мне все дропалось из-за того, что я убивал обычными динозаврами. Все. Твою мать, реально. Блин, просто фул инвентор всякого говна. Да ладно, это... Все, все, к следующей серии, уже все будет нормально. Надо создавать, короче, альфа-птера себе. Так, давайте посмотрим с харвестов, нормально падает. Так, ты у нас обычный трайк. Ну, имею в виду с это, поиска, харвест, спид, и что там еще у нас, пауэр. То есть именно с цветных, короче. Падает, не падает что-либо. Блин! Благо у меня птер реально тоже такой раскачанный, матерый. Матерое создание. Ударить мало не покажет.
Да ладно, еще и провисоны пошли. Кстати, от лагов лаги прибавились, а вот FPS увеличилось. Я не знаю, из-за этого или нет, но я кое-что прописал в запуске, и FPS увеличилась. Нехило увеличилась FPS. Но вы сами все видите прекрасно. Про лаги. Хотя настройки сраного минимум. Не знаю пока что еще из-за чего, разбираться буду после, так как мне через 40 минут вы уже будете смотреть мой видосик, а я его еще только записываю, поэтому как бы чутка нет времени разбираться. К завтрашнему дню, я думаю, уже постараюсь разобраться с этим делом и уже расскажу, в чем прикол был. Или же не расскажу, в чем прикол был, потому что я не разобрался, в чем прикол был. Такс. Придется, короче, тебя, да, искать? Да, вот Харвис Бронта, 179 тысяч, ну-ка. Кстати, вот Пойсоны, одни бочкой бьют меньше, чем обычной атакой. Все остальные бочкой бьют больше, чем обычной атакой. Я не знаю, в чем прикол, но это прикол. Такс. Ну, здесь примерно 12 бочек надо сделать в него, чтобы завалить. Ой. А, да, зацепил. Черепаху залутал и тебя еще зацепил. Ну хорош там в натуре. Среди деревьев сваться. Во! От меня не скроешься! Так. Не, ну, я его завалил. Такс, хорошо, погнали дальше. Куда трупы сейчас? Мистика, чертова мистика. Так, Harvest, ну этого хотя бы 115 тысяч хп. Да, давай-ка я тебе еще дамага прибавлю, вот до 30 тысяч, отлично. Немного здоровья прибавим тебе и немного выносливости. Ну и чутка веса. И снова здоровье. Ой, точнее урон. Ёптель-моптель, я тебя что, практически апнул, что ли, убив одного? Не, ну я, конечно, затащил, но... Я не думал, что настолько. Неплохо. 22 тысячи. Отлично. Да, наверное, надо будет все-таки уменьшить параметры. У меня для обычных Дина стоит 3x параметр. Или 2х все-таки, вроде бы 3х стоит. Надо, короче, уменьшить все-таки этот параметр. Такс, отлично. Ну-ка, сумочка не появилась. Угу. Так, давайте попробуем завалить кого-нибудь цветного. Не Харвеста, а именно цветного. Зеленый. Что там, красный. Как кого-нибудь из них. Погнали сюда. Серфачей, как мы уже поняли, все дропается. Все нормально. Я дебил называется. Вот. Ну-ка. Бэнкс. Да, все нормально, все дропается. С малых спи повышены дропаются, и все нормально. Просто я дебил, блин. И делал не то, что нужно. Да уж, ну а что поделать? И такое, как говорится, бывает. Зато вы вместе со мной прекрасно поняли то, что... Да, реально, я дебил, блин, это... Нет, ну, это нормально. Это нормально. Кстати, с Харвестов, я думал, так же падает, но нифига. Оказывается, уже убив столько Харвестов, это еще и на сервере я убивал, заметил, то, что весь этот дроп только с цветной... Зеленый, красный, синий. Только с них падает, как с альфачей. Только с них поменьше так, ага. Только с них поменьше дроп идет, но и другой дроп идет. Так, ванила шлем. Ой, какая же гадость. Текс. Скотина! А куда он дроп... Куда он? Куда он сиганул?
Да что же за... А, во! Я думал, опять куда-то сиганул он. Экс. Экс. И надо ли суши его сбивать. Иду на таран! Отлично! И... Чёртовы лаги! Так, ну-ка все разойдись. Где-то есть. Вот, на сумочка есть. Так, надо сумочку. Так, мне надо... Вот эту гадину убить. И мегапи... Ох ты ж нифига! Опять пираньи... Ой, ихтизавр, блин, под руки... Опять пираньи... Так, кислорода опять мне не хватает. Там сумочка! Тут сраная сумочка! Народ, мне нужна всего лишь навсего сумочка. Идите в баню все. Сколько всего? Не, все нормально, дропается, блин. Еще дропается. Просто я немного не так делал. А вот сбоку с крыла я не могу подойти и сесть. Это, конечно, это все фигня. Мелочи жизни, к этому привыкнуть можно. Офигеть. Да уж, и как видите, сразу же нормально приоделся. И бутыльки пошли в дело. Ну все, все нормально, все хорошо. Вот единственное, только я еще до сих пор не понял, почему у меня у ядовитых дамаг так сбросился. Именно только дамаг. Все остальные характеристики остались, дамаг сбросился. Ну, это фигня. Сколько я там 25 минуток с ними, и они нормально стали обратно. Вот, обратно дамагом вкачаю, и все в таком духе. Хорошо. Вот, хотел сегодня конструктив сделать, а в итоге получилась какая-то жопа. А жопа какая-то получилась, блин, вам хавки надо. Вам надо много хавки. Так, там сраного хавки там, конечно. Я аж сам набил. Все, хавай. Все, никакого опять конструктива, зато полезность, можно так сказать, в том плане, что лично я... Вот пока бы вот так бы не увидел бы, к примеру, или бы вот так же сам бы не проэкспериментировал, я бы так бы и думал, что это игра багнутая. И поэтому ядовитым ничего не выбивается. А оказывается, так и положено. Так и положено, наверное. Не знаю. Ну, опять-таки же, обычные выбивают, альфы выбивают. Мне нужно немножечко пофиксить их. В плане дамага, потому что это просто адовый дамаг какой-то у них теперь. А может, я им сделаю все как по стандарту, потому что я им просто плюс 300 левелов могу вкачать и так далее. Ну все, на этом все. Вот такая вот серия сумбурная получилась, дебильная, еще и лагающая, но довольно-таки интересная. Особенно меня приколол эффект вот этого вот тоника. Да уж, особенно то, что он требует электронику, а потом еще и создает детеныша из него, это, конечно, да. Но косяк в том, что привязанность он все равно не накидывает, так как этот процесс идет очень быстро. А, наверное, он идет очень быстро, потому что у меня в настройках стоит это все очень быстро, чтоб шло. Наверное, да. Ну да и фиг с ним. И так привязанности не было, а так теперь типа чисто мой. О, кстати, ну-ка, а если в родословные? Дикие предки. Нифига себе, айдишник у него. Ядрёна сраного. Ну-ка, у тебя. Дикие предки. Прикольно. Все. На этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, делиться моими видео со своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Вот так вот. Покрасивее будет. Все. Пока.